Лицензированный учебный центр Академии труда сегодня проводит экзаменацию мастеров ногтевого сервиса. Студенты сдают сначала теорию, затем на практике демонстрируют, чему научились за полтора месяца. Практику обучающиеся проходят в салонах красоты города и часто уже во время учебы находят новую работу. Но если специальность актуальная, всегда можно повысить или расширить квалификацию. Психология делового общения, охрана труда, кадровое делопроизводство. Обучение по программам дополнительного профессионального образования. Как то охрана труда, электробезопасность, пожарно-технический минимум, подготовка специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и по программам промышленной безопасности. В сезон востребованность рабочей профессии, конечно, увеличивается. Вот в связи с этим и были введены у нас курсы для подготовки по рабочим профессиям. Гостиничному бизнесу Анапы всегда нужны горничные, администраторы, кафе и ресторанам, повара и бармены, парикмахеры, экскурсоводы, официанты, кондитеры. Если с работой возникли затруднения, всегда можно получить дополнительную профессию и поменять жизнь к лучшему.